Здравствуйте, любители цветоводы! Добрый день, с вами Наталья. И я хочу вам рассказать о таком цветке остеосперма. В своем магазине я нашла только одну расцветочку, небо и лед. Но он тоже красивый. Так я выписываю с интернета, там очень красивые расцветки разные, и двуцветные, и красные, бордовые, и желтые, и фиолетовые, буквально. А вот нашла только для чего, почему хочу я вам сказать об этом цветке. А у него есть небольшие капризы, не капризы в посеве, что характерно-то. И вот посмотрите, какие у него семена хорошие. Крупный. Что тут скажешь? Что тут капризного? Посадил его в землю вон. Да и пусть вырастет быстро. Да не скажите. Первый год купил я с интернет-магазин семена, но взяла там подешевле, какие не знаю в чем. Я их посадила в землю, вот взяла землю. Правда, не смачивала, а пролила. То есть сейчас стал смачивать, не стал так проливать. Когда есть некоторые цветы, полив выдерживают, то остеосперма, чтобы семена были, вообще даже их замачивать нельзя, ни на секунду. Вообще, чтобы влаги она не любит. Поэтому что нужно сделать, дорогие мои цветоводы? Только мы берем вот в плошку, насыпали грунт мелкий, мелкой фракции, разровняли, и мы только-только брызжем. У меня здесь фитоспорин и две капли HB-101. Мне больше так нравится. И землю протравливают от бактерий. Так, все. Больше здесь ничего не нужно. Вот так вот сбрызнули. Потом сухие семена. Ничего с ними не делаем. Они вот такие крупные. Их даже легко взять и вот так вот разложить. Поверхностно мы их раскладываем вот так друг от друга, чтобы их можно потом пропикировать. Пикировку выдержит, оказывается, хорошо. Вот. Что я хотела рассказать. Значит, первый год я посеяла, пролила землю, такая влажная, хорошо влажная земля. Разложила их, присыпала их. Ну, они у меня лежали в такой хорошей влажной земле. Не в болоте, хорошо увлажненная, прям, хочу сказать, замечательно увлажненная земле. Ну, пишут, что там взойдут они, если хорошие семена, взойдут через 5, а то и 3 дня, должны были взойти. Ну, думаю, ладно, купные семена, как всегда, они могут, сроки у них плохие. И что? Жду больше, жду неделю, жду 2. Да ничего, они не всходят. У меня вывод такой был. Дешевые семена из интернета взяла. Значит, они какие? Просроченные. Плохие. Так, сейчас между этим еще, чтобы мне плошку не брать. Я их отпикирую. Кто с опытом, он, в принципе, может. У кого нет опыта, вы делаете расстояние побольше друг от друга. Чтобы корневая система у вас не была там сильно переплетена, чтобы вы смогли пропикировать. Вот. Все. Год потерян. Я сказала, больше не буду. Ну как же. Красивый цветок. Мне очень нравится остеосперма. Что характерно, если что, какой вам цвет пустит. Потому что купить на рынке это дорогое удовольствие порой бывает. Особенно расцвет какой-нибудь необычный. Можно черенковать. Вот что характерно. Плюс большой. Если устом нельзя черенковать, она не черенкуется, то остеосперм хорошо черенкуется. Вот. И что я сделала? Посадила. Опять вот таким методом, но купил дорогие семена, но посадил часть семян. Такой же результат, но зашло 3 штуки. Думаю, не пойму. Второй раз я сделала вот так сейчас. Просто побрызгала. Семена сухие разложила. Что делаем? Вот таким же, такой же смесью HBA-101 и фитоспорин я брызгаю, хорошо пробрызгиваю. Очень хорошо брызгаю. Вы понимаете, что этот грунт, он же до конца не будет такой сырой, влажный. Но семена, грунт, вот побрызгала.
Хорошо-хорошо побрызгать, потому что в любом случае это то, что мы побрызгаем, это не так много влаги, хоть вот так много брызжем. Вот она впитала, и еще. Сама тоже не уверена, эти семена. Вот. Насколько они свежие, собранные и когда. Так. И что делать? Ну, я засыпала землей приготовлю, так как у меня сейчас земли сейчас вот тут вот нет под рукой. Можно засыпать просто вермикулитом. Вот еще раз побрызгала я ее. Так вот, что это у меня не срабатывает. Ну ладно, все равно там побрызгала. Вот. Все. Я засыплю сверху вермикулитом. Вот. И мы сегодня 13 января. Вот так вот, не так сильно. Вот, вот так вермикулит. Он такой пороховенький. Вот так вот, вот так. Все. Больше не надо ничего не делать. Ну, если можно так чуть-чуть, прям совсем чуть-чуть. Чтобы у нас создался конденсат на крышечке. Чтобы не совсем сухая земля была. Все, больше ничего делать не надо. Если будет слишком много воды, семена не взойдут. Не любят они. Не предварительно замачивать, тем более. Ни в каких стимуляторах роста, ни в чем. Не будут они всходить. Просто сажаем сухие семена в легко увлажненную землю. Потом сверху семена также мы их проливаем. Не то, что не проливаем, а также брызжем. Не нужно заливать, не нужно поливать остеосперму. Никак. Тогда у меня, вы не представляете, зашли все. Посадила 20, и 20 семян зашло. Теперь мы тоже это посмотрим, что мы здесь делаем. Я беру вот такой, у меня есть малярный скотч. Я пишу, что здесь у меня посажено. Пишем остеосперма. И какого числа? Сегодня у нас 13.01.18 год. И через 5 дней мы с вами посмотрим, что будет с этими цветами. С интернета выписывала, вы не представляете, зашли, вот первый раз была ошибка у меня, второй раз было все замечательно, поэтому я решила с вами поделиться таким, не то что методом, а как правильно посадить остеосперму, потому что многие делают ошибку и бросают, и сами не сажают, а на самом деле можно вырастить этот цветок, вот, самим, не покупая их дорого. Тем более, когда их посадишь много, они смотрятся красиво и выдержат и засуху, выдерживают влаги много, когда в грунте уже развитые растения. Кусты красивые, цветут. Изумительно. Просто вот шапками цветут. Красоты тоже необыкновенной. Так что сажайте и любуйтесь. До свидания. Встретимся с вами через 5 дней на канале. Всего доброго. С вами Наталья.